житие преподобного Самсона, страстноприимца. Это образец истинного христианского милосердия, живой и действенной любви к людям, доходящей до полного самоотвержения. Святой Самсон родился в Риме в богатой и знатной семье. Он получил хорошее образование, особенно основательно изучил врачебное искусство и использовал его для того, чтобы лечить безвозмездно, преимущественно убогих и нищих. Понимая, что дела благотворительности можно совершать только при христианском воспитании души, преподобный Самсон прилежно занимался чтением Священного Писания, много молился. После смерти родителей святой Самсон раздал все оставшееся ему по наследству имение, исполняя на деле совет о совершенстве, данный Спасителем богатому юноше. Преподобный избрал подвижнический образ жизни, отпустил всех рабов на свободу и, желая стяжать себе духовное сокровище, отправился в пустыню с намерением проводить строгую жизнь аскета. По промыслу Божию святой Самсон прибыл в Константинополь. Здесь он поселился в небольшом доме и стал принимать странников, больных, нищих и с усердием служил им. Преподобный с любовью относился к людям, творил дела милосердия, и это стало для него глубокой потребностью. Господь прославил своего угодника. Случилось так, что император византийский Юстиниан I тяжело заболел. Не получив облегчения от помощи самых искусных придворных врачей, император стал усердно молиться Богу. Вскоре Юстиниан увидел во сне человека, о котором ему было сказано, что он-то и может исцелить императора. В поисках этого врача слуги императора обошли весь Константинополь. Наконец преподобный Самсон был найден и приведен во дворец. Одним прикосновением руки к больному месту святой исцелил Юстиниана. Благодарный император стал предлагать ему много золота и серебра, но преподобный отказался от даров, а взамен попросил императора построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил эту просьбу и даже приписал к этим учреждениям поместье для их содержания. До глубокой старости продолжал преподобный Самсон свое служение. Кончина его около 530 года была безболезненной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Мокия. Господь прославил своего угодника по смерти даром чудотворений. Однажды, когда в Константинополе был сильный пожар, пламя достигло и до странноприимницы святого Самсона. Однако здание осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг полил сильный дождь. Некий придворный по имени Феодорит, отступившись, получил серьезную травму ноги, так что он не только не мог ходить, но от сильных страданий потерял даже сон и аппетит. Больной стал усердно молиться преподобному Самсону и через 3 дня получил чудесное исцеление. Преподобный сам явился ему, коснулся поврежденной ноги и сказал Феодориту: «Встань, ибо ты уже больше не будешь болеть». Преподобный по смерти не оставил своей странноприимницы. Когда начальник странноприимного дома, некто Енисий, стал допускать небрежности в выполнении своих обязанностей, преподобный Самсон сам явился ему и стал грозно укорять за нерадение. Вразумление подействовало вскоре, и Енисий исправился. Аминь. Боже, люди Твои, благослови достояние Твое.